Ухоженный мужчина, мне кажется, это прекрасно. И тем более, если он мужественный и остается при этом и настоящий мужчина, без отклонений, то это только браво, браво, вау. Побольше бы таких мужчин. И я, естественно, приветствую то, что мужчины стали ухаживать за собой, бороду бреют уже не сами, а в салоне, ногти, маникюр, педикюр и все остальное. Также стараются выглядеть стильно, не просто обычные костюмы, совдеповская рубашка, а рубашка стильная, именно с модным воротничком в этом сезоне, модными манжетами, костюм в правильную полоску или клетку в соответствии с тенденциями моды. Конечно, да, я приветствую мужчин, которые ухаживают за собой, следят за собой и выглядят на все 100.